Зрители против знатоков. В Белгороде завершилась весенняя серия игр «Что, где, когда». Ее организует молодежное движение «Новое поколение». Право сесть за игровой стол в финале завоевала сборная Белгородского университета кооперации экономики и права. По результатам отборочных соревнований команда Аллы Губиной единственная обыграла зрителей, причем со счетом 6-3. Удалось ли знатокам сделать золотой дубль и кто стал лучшим игроком сезона, узнала Наталья Александрова. Любовь, дыхание, Рим, стена, колонна, чувство, небо. Что, по вашему мнению, может продолжить этот список «Время»? Первые вопросы знатоки взяли без труда, хотя многие были не из легких и требовали не просто знаний, а логики. Вопросы обычно построены на том, что их нужно обсуждать, над ними нужно думать. То есть достаточно редко бывает, что выпадает вопрос, на который у знатока есть прямое знание. Я стараюсь, чтобы примерно половина вопросов была полегче и половина посложнее. То есть чтобы интересно было играть и каждой команде, которая сидит за столом, ну и зрителям опять же наблюдать за игрой команды. Команда Аллы Губиной уже достаточно опытная, однако зрителям удалось практически сравнять счет. По мнению Дмитрия Огнева, первого и единственного магистра белгородской серии игр, большое значение имеет слаженность игроков. Как показывает практика, очень много играет атмосфера в команде, то, насколько люди хорошо понимают друг друга, слышат друг друга. Команда играет очень хорошо, мы видим такое достаточно живое противостояние, 5-4, практически равная, я бы так сказал, игра. Интрига сохранялась до самого конца. При счете 5-5, вопреки ожиданиям, знатокам не удалось взять решающий вопрос. Впрочем, в этом и заключается суть игры, для победы в которой необходим не только интеллектуальный багаж, но и умение в решающий момент побороть волнение и собраться. Это вопросы были нормальные. Игра есть игра. Цель, наверное, только одна, чтобы ваша команда в следующей игре победила. Для этого команда приложит все усилия, обещает Денис Терновский, лучший игрок белгородской серии этого сезона. Взять реванш у зрителей интеллектуалы попытаются уже осенью, но это будет нелегко, уверены организаторы. За 5 лет существования клуба из нескольких команд он вырос в региональное движение любителей головоломок. А стать участниками отборочных игр могут все желающие. Для этого необходимо отправить заявку и 10 оригинальных вопросов организаторам на официальной странице клуба ВКонтакте. Наталья Александрова, Дмитрий Боев. Новости Мира Белогорья.